Каждый из нас хоть раз в жизни, но сетовал, что никак не может вырваться на пляж. Кто-то из-за работы, кто-то из-за учебы, а иногда погода не позволяет. Но есть те, для которых попасть на море – это буквально целая череда преград. Для таких людей существуют специально оборудованные пляжи, которых в Одессе, к сожалению, не так много. Но одним из самых лучших для людей с особыми потребностями можно по праву считать пляж «Причал номер один». Совсем недавно он получил голубой флаг, а уже сегодня стал официально открыт. И его смогли даже проинспектировать. И я застал еще то время, когда вообще люди с инвалидностью не могли пользоваться услугами пляжей. Это было могли, но это было тяжело морем. Их надо было носить. И вот ситуация изменилась. Сам пляж был оборудован всем необходимым еще несколько лет назад. Тогда причал номер один пригласил Олега Прохорова в качестве специалиста, чтобы соблюсти все требования лиц с особыми потребностями. Но чтобы точно быть уверенными в качестве, руководство стало его приглашать каждый год в начале туристического сезона на небольшую проверку, все ли правильно и что надо подкорректировать. Многие вещи делают этот пляж универсальным для всех. Это радует, и возвращаясь к морю, и море оно будет приносить радость не категории пока еще здоровых людей, а всем пожилым, попавшим в неприятную ситуацию. На пляже учли все. Парковочное место, удобное расположение, пандус, широкую дорогу и спуск к морю, специальные раздевалки и туалеты. Помимо этого на причале номер один дежурят спасатели, которые в случае чего всегда помогут. А вот этот пример нас радует, и я думаю, что принесет пользу многим. Поэтому мы говорим огромное спасибо тем, кто думает не только о себе, а и о окружающих. Руководство пляжа всегда ставило во главу угла удобство, комфорт и доступность. Все это сегодня здесь есть. Но на достигнутом никто не собирается останавливаться. В планах развиваться и становиться еще лучше.